Общественная организация «Мы с тобой, солдат» – это место, где бережно хранится память о полевских воинах, которые исполняли свой долг в Афганистане. Здесь есть небольшой музей, оформлен стенд с фотографиями погибших солдат. Один из его организаторов – Сергей Болтин. Сегодня он и Вера Горбунова встречают здесь делегацию высоких гостей. Офицеры приехали не с пустыми руками. Российский союз ветеранов Афганистана уже несколько лет проводит акции совместно с акционерным обществом «Урал-Севергаз». Это адресная, именно, подчеркиваю, адресная помощь семьям погибших ветеранам, инвалидов боевых действий, которые получили ранения, увечья, выполняя боевые задачи в Афганистане, на Северном Кавказе и в других локальных конфликтах. Вот сегодня мы приехали, наша делегация приехала в город Полевской, чтобы вручить стиральную машину ветерану войны в Афганистане Сергею Болтину. Сергей Болтин служил в пограничных войсках, ветеран Афганистана. О нем отзывается только положительно. Человек всегда готов прийти на помощь, умеет выполнять любую работу. Сам по себе очень скромный человек, никакой помощи не просил, да и на камеру о себе рассказывать не стал. Попросили Веру Владимировну. Выпала нам такая счастливый момент такой, все, выделили нам из Союза денежек, и мы нашему ветерану, инвалиду Сергею Болтину купили в подарок машину стиральную. У него своя сломалась, живет один, нуждается в этом деле. Вот мы решили ему, значит, вот подарить эту машину за все доброе. Он очень работает у нас безотказно и безвозмездно, вообще большой вклад вносит в наш комитет. И родители посещают, родителям много внимания уделяют, патриотической работой занимаются. Вообще, конечно, Сергей очень такой, это у нас незаменимый товарищ и друг. Он в любую минуту, не считаясь со своим здоровьем, все, приходит и помогает. Поблагодарить Сергея Болтина за добросовестную службу и активное участие в работе общественной организации приехал герой России Роман Шадрин. В этом году начали проект «Год 75-летия Победы». Своей организации «Герои Урала» начали проект «Урал помнит, Урал гордится». И очень здорово в процессе вот осуществления этого проекта мы нашли полное понимание с нашей свердловской организацией Российского союза ветеранов Афганистана. В первую очередь в лице Бабенко Виктора Владимировича. И я считаю, что вот эти мероприятия, которые, допустим, у вас сегодня проводим, она не просто дань памяти, дань уважения ребятам, которые честно выполнили свой долг в Афганистане, а это и неким образом тоже воспитание нашего подрастающего поколения. После посещения музея все отправились к памятнику воинам-интернационалистам, чтобы возложить цветы и почтить память погибших полевчан. Вместе с ветеранами сегодня возлагают цветы и кадеты. Игорь Соколов, Константин Миронов, новости 11 канала.